Добрый день, зрители моего канала. Не секрет, что я живу на Урале, и у нас очень суровый климат, лично для меня. Вот я свое детство проводила у бабушки и дедушки на хуторе в Белгородской области. Ну, естественно, климат Белгорода и Нижнего Тагила, он как бы несравним. Там намного теплее, вот, суше, и как-то... Ну, там меньше болеешь простудой, мне кажется. А тут, когда начинаются минуса, особенно минус 20, там вот это вот... То есть я вот не могу терпеть холод. Хоть мне и говорят, там, закаляйся, что-то там терпи, но это бесполезно. Как только ты перемерз, все, это будет, ну, типа гриппа вот это вот, там, потом фарингиты вот эти с кашлем, ну, капец. И я все время ношу, ну, намного больше одежды, чем уральцы. И надо мной смеются. Но смеется тот, кто смеется последним, тот хорошо смеется. Вот. И я как бы одеваюсь. То есть из натуральной шерсти какие-то вещи приходится иногда себе вязать. И вот на медне, так сказать, в гостях я оставила манишку для горла. Ну, это вообще катастрофа, поэтому в течение 2 дней пришлось связать новую, пока я там заберу ту манишку. Знаете, там коронавирус уже пошел у тех людей, у которых я была в гостях. Ну, в общем, вот такое вот я сижу колупа.